Was buried in misery. I couldn't trust myself. You added a piece to me that I had never felt. Go. Почти попал в кружку. Нормально? Мало будет. Все. Дали какой у нас сотейничек модный. Это вам не чайнички. Тут сноровочка нужна. Тём, Кристину будить. Кристина. Вставай. Вставай чай пить. Всем привет, добро пожаловать. Кристина, нам надо пить чай. Будешь лежать ждать, пока стынет? Да. Ну ладно. Мы вышли на улицу. Смотрите, как у нас тут все полетело, все на земле. А это все почему? Нет, это не осень, это, прикиньте, сегодня утром. Я не знаю, сколько было времени, но было уже очень светло. У нас был реально ураган. Был ураган, ветрюган, ливень, все громыхало. Я вставала, все окна закрывала. Вот, и думала, что если будет целый день такая погода, то мы бы никуда не поехали и ничего бы не печатались, правда? Но. Ветер дует, но, надеюсь, вам там не задувает сильно. Так что едем, прошло все. Вроде нормально, прохладненько. Так, поэтому мы так оделись потеплее. Ветер закончился, продолжаю говорить. И мы едем в центр. Идем на остановку, фоткать Никиту, печатать документы и все складывать в универ. Красавчик. Пришли мы, ребятки, значит, в библиотеку нашу. Вот она. Я тут сижу на лавочке. Никита пошел диски делать. Я не пошла, потому что мы забыли одну маску дома, а там только по маскам сзади. Поэтому я дала свою, и Никита пошел. Там, ну, по сути, это быстро. Три файлика скинуть на три диска. И все. И пойдем уже сдавать сам диплом. Тоже вот напечатали у меня тут в сумке. Вот два вот этих вот больших. Таких вот. И один в мягкой обложке прозрачный, то Никита его, значит, понес с собой, чтобы если вдруг там тема какая-то, знаете, если он не помнит тему, чтобы там посмотреть, там, знаете, имя, фамилия промоутера и всякие такие делишки. Рука что-то устала, прям на эту лавочку облокотилась. Как-то, знаете, жарко. Хоть и пасмурно, но очень жарит, очень парит. У меня волосы все такие, знаете, ну, вставали из-за влажности такой. Мне кажется, все равно будет сегодня дождь, еще будет еще какая-то буря, потому что такое затянутое небо. Надеюсь, мы не окажемся под дождем, а успеем прийти домой. Вот такие вот дела. Жду Никиту и идем завершать последний шаг. Тут в универе ходим, смотрите, какую нам штуку установили. Дезинфекция, походу, нужно проходить. Теперь чистый как... Ну что, чистый как младенец? Все, коронавирус не возьмет меня. Антитела, да? Тебя подселили там. Меня. А вдруг меня коронавирусом побрызгали? Чтоб я переболел и все. И появились у тебя антитела, и ты пришел сюда, сдал их и спас всю планету, да? Last of Us переиграла. Так, подожди, я у Риты бумажку забрал, подержи телефон. Надо же, наверное, в библиотеку сбегать. Все, пошли. Сейчас за Ритку документы занесем, а то она там не успевала. Да.
все, я все документы сдал, оказывается, нам надо будет еще потом, но это можно уже в любое время, сказали, занести документ, типа, что мы будем диплом забирать не здесь, на Учельне, а чтобы нам его на адрес просто выслали какой-нибудь. Вот так вот. У нас тут повечерело, у нас уже темно, но еще сколько вообще времени? Я думаю, мне надо раскрутить джойстики, никто мне уже его не поменяет. Джойстики раскрутить? Не джойстики, один, зачем мне два крутить? Купить отверточку в китайском магазине. Я думаю, подождать. Посмотреть на ютубе. Мы все равно поедем в Гданьск туда. Так мы же... И сдать там. Если скажут нет, тогда уже раскрутить. А где я там буду? На работе крутить? А ты что, на работе собрался играть? Короче, я хочу себе сделать чай или что-нибудь другое, попить чаек. Ты будешь? Нет? Да. Да? Ну все, тогда я ставлю чайник и будем пить. А с чем? С круассанами или с печеньками? Круассан. Будем пить с круассанами. Мы вчера взяли бедронки по скидке. Круассанчики, там, по-моему, сколько? 3 пачки купи, и там какая-то очень хорошая скидка была. Получалось, что 1 пачка в подарок. Вроде как, ну, типа, в районе такой скидки. Поэтому мы вот взяли себе и на будущее. Знаете, мы не так часто пьем чай в последнее время, кстати. Поэтому нам этого хватит на очень долго. Приятного аппетита. А я? Что я? Я не хочу есть. Я вообще что-то не знаю. Не хочется мне есть. Сейчас буду что-нибудь смотреть. Но ютубе сегодня вообще что-то совершенно нечего смотреть. Думаю, может начать какой-нибудь сериальчик. Такой, знаете, не сильно длинный, коротенький. Может в 1-2 сезона. Любовь, смерть и роботы посмотрели. Не хочу я смотреть Любовь, смерть и роботы. Я хочу какой-то сериал. Такой охрененный сериал. Всего пару серий, они там от 15 до 8 минут идут. Можно реально за один присест все посмотреть. Обалденный просто. Реально. Лучший за последнее время, что я смотрел. Просто крутейший. Ну не знаю, что она не хочет. Она просто не хочет. Она и Наруто не хотела смотреть. Потом втянулась так, что за уши не оттянет. Она и что еще? Что-нибудь еще тоже не хотела. Не знаю, он мне слишком часто говорит, посмотри, поэтому я не хочу его смотреть. Да, я точно. Хочу... А как тогда заставить тебя смотреть? Так не надо меня заставлять. Так ты никогда не посмотришь. Надо было просто сказать, что очень интересно, очень классно, и посмотри как-нибудь. И все, и я бы сейчас сидела, думаю, так, что там посмотреть, и посмотрела бы. А не... он мне постоянно твердит, посмотри, посмотри, посмотри. Так ты сядь и посмотри. Не хочу. Хочу что-нибудь другое. Не знаю, сейчас посмотрю топы каких-то сериалов, и выберу себе какой-нибудь такой, знаете, коротенький сериальчик на 1-2 сезона, чтобы не затягивать. Что ты тут машешь? Любая смерть и роботы, коротенький сериальчик. Не хочу я эти мультики смотреть, я хочу что-нибудь сама ты мультик. Серьезное. Ребятки немножко засиделись, у нас уже 3 часа ночи, время летит просто нереально. Пора ложиться спать, правильно? Конечно же, куда еще тянуть? Надо монтировать влог. Никита играет в какую-то новую игру, да? Ты ее скачал? Угу. Скачал какую-то игру, играет, он похож на Лара Крофт. Это и есть Лара Крофт. Да? Угу. Видали, как я угадала? Вот, сидела, видосики смотрела, клипы я смотрела, музыку слушала. Не знаю, чем там Никита занимался все это время. Вот. Сегодня у нас такой, знаете, неплохой, такой продуктивный день вышел. Тебе сегодня, кстати, Никита мыть посуду, помнишь? Да. Сейчас пойдет Никита мыть посуду, пока я буду монтировать влог. Завтра в планах как бы тоже опять идти в город. Нам нужно там документы на машину заполнить. Некоторые. Пойдем завтра? Да. Или нет? Надо сходить. Днем там. Днем, да. Там быстро это все сделаем. И вернемся. Вот, надеюсь только, что погода завтра будет хорошая. И не будет никакого урагана, дождя. Кстати, сегодня днем дождь никакой не пошел. Хотя было очень душно на улице. Прям я думала, что будет дождь. Потому что такая духота, знаете, как перед дождем. Но нет. Надеюсь, мы когда ляжем спать, я открою окна, у нас не будет очень душно в комнате. Надеюсь, что будет более-менее нормально. Потому что, блин, лето, 5-й этаж, жара, это, конечно, совершенно невыносимо. Отлично. Вот. Спасибо, что были сегодня с нами. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще, конечно же, не подписаны почему-то. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими летними деньками, рассказывайте, чем вы занимаетесь. И всем до завтра!